Вот такая, значит, Газпром. Газпром карта бонусная. Газпром нефть. Да, по пути. Короче, заправляюсь я на Газпроме. Вот. И там солярка дешевая. Она сейчас там дешевле на рубль, чем у всех остальных. Вот. Ну, короче, набрал я этой картой бонусов на 200 рублей почти. Вот. И хотел я, значит, это... Ну и дальше собирать бонусы. Вот. А мне на заправке говорят, она у вас не работает. Карту, кстати, я купил за 250 рублей. Целых 5 долларов. Вот. Карта не работает, она типа размагнитилась. Покупайте, значит, новую карту. Вот. Ну и опять 250 рублей платите. И вам бонусы туда типа переведут. Карту они, значит, не меняют. Вот. Типа в договоре это написано. Ну да, надо читать все договора, конечно. Вот. И, значит, что тут можно сказать? Меня спрашивают, вы на автоматических заправках Газпром заправлялись? Конечно, заправлялся. Конечно, заправлялся. И там бонусы получал. Ну, как мне казалось. Вот. И, оказывается, она у вас там размагнитилась, мне отвечают, на автоматической заправке. Причем Газпром продает эти, не знаю, миллионы, наверное, этих карт. Вот. И как бы это на автоматической заправке, и сам же их портит специально, ну и специально, случайно. Вот. Не заправляйтесь, то есть заправляйтесь на автоматической заправке, но не вставляйте бонусы там, не получайте, потому что карту испортит вам. Вот. Последний раз я заправлялся на заправке Аджип. Вот. Ну, потому что там тоже 35 рублей. Ну, чуть подороже на несколько копеек. Вот. Ну, заправляться буду без бонусов теперь. Не буду я эту карту покупать еще раз. Бонусы эти копить. В общем, автоматические заправки карты не суйте. Это вот неприятная эта штука. Все, что я хотел сказать. Газпром. В общем, мне с ним не совсем теперь по пути. Вот. Из-за этого. Не очень-то это приятно. Вообще у нас вся страна какая-то. Один Газпром кругом. Кто-то мне говорил, что ее можно переформатировать. Что типа обратитесь в службу. Но мне ничего про форматирование там не сообщили. Вот, может быть, еще раз стоит обратиться, может, и мне отформатируют. Отформатируют, может быть, вот это дерьмо заработает. Вот это желтенькое, размагниченное. Ну или выкидывать ее. Ну почему карту не меняют? Ну, мне непонятна эта логика. Ну, это жулье, короче, наверное. Газпром — это жулье. Всем привет.